Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminata Space, и сегодня у нас будет обзор на мою новую самоделку по серии LEGO Bionicle. В этот раз это вот такой вот новый гидролет 2.0. Первое такое транспортное средство, ну, типа звездолета такого, я создавал еще в году так 2016, когда работал над своей книгой «Корзахни. Война моторонов». И тогда примерно такое же транспортное средство использовалось для антагонистов книги «Корзахни». Но, естественно, оно было не очень хорошо собрано, я только тогда начинал такого рода самоделки делать. И это моя новейшая версия гидролета, уже не для Корзахни, а просто для любого Бионикла. В данном случае тут у нас Хали из Мистика, или как их там зовут. В общем, для меня это не Хали, для меня просто какой-то такой интересный пилот. Потому что, ну, я не хочу, чтобы это была Хали. В моем воображении это вот такой вот тайный преследователь на своем перехватчике. Так что давайте посмотрим поближе на мою самоделку. Да, как-то странно сказал, но в любом случае. Что ж, давайте начнем с вот этого вот тайного преследователя. Или как его можно назвать, вот этого Бионикла, который для меня не Хали, как я уже говорил, а просто вот такой вот интересный персонаж. Как вы можете видеть, я почти не видоизменял тут ничего, только дал ему вот такие вот пушки вместо рук, чтобы он их использовал как основное орудие вот этого гидролета. Конечно, мне еще придут детальки других пушек из Фантоки, я их сюда хочу поставить, но это уже в будущем. А так, пока что я использую вот этого чувака, он будто бы становится единым целым с этим своим перехватчиком и контролирует эти пушки, они становятся оружием самого звездолета вот этого. Так что вот такой чувак, пусть тут стоит, красуется. Ну и сам гидролет, вот как выглядит, давайте внешний вид покажу. Вот нос этого перехватчика, довольно классно смотрится. Сам дизайн, он такой весь черный, серебряный. И вот эта синяя энергия идет по трубам. Мне кажется, выглядит довольно-таки неплохо, футуристично. Сзади имеются вот такие огромные турбоускорители, которые я тоже максимально продетализировал. Ну и само сиденье под нашего героя вот здесь. Также у него тут такое накрытие, можно сказать. Вот, тут ноги хардики, и оно открывается, сюда можно его посадить, да и, в принципе, кого угодно можно посадить. Давайте я его даже туда уберу, на кустик, чтобы вам виднее было. Так что вот так вот это поднимается, открывается, крепится благодаря ногам хардики, и только что выстрелила фронтальная пушка. Да, тут есть функция, вот здесь вот пушка вы можете видеть, и она выстреливает, но об этом чуть попозже поговорим. Сперва, опять же, по детализации. Мечту Атаху здесь на носу. Здесь две также имеются закрылки, которые прикрывают пушку, чтобы ее не было видно. Будто бы это, ну, я не знаю, тайное оружие основное, можно сказать, как артиллеристическая система внизу. Прям как в Рейлджеке в игре Warframe. Вот, тут использован щит от Нупару, по-моему, его зовут. Вот эти закрылочки можно вот так подвинуть. И они будут, не знаю, какими-то секачами, будто бы он летит в космосе или не в космосе, просто где-то в атмосфере. И, допустим, встречается мой враг, чтобы не попасть по закрылкам. И, ну, соответственно, не лишиться пилотирования. Он может так выдвинуть резко. И эти кристальные лезвия просто разрежут другое транспортное средство вражеское на пути. Или можно их, да, вот так вот я их люблю ставить. Так он еще красивее выглядит. Так что, в целом, внешний вид вот такой, еще раз вам покажу. Очень красивый, мне нравится. Я бы ничего в нем на самом деле не менял. Вот, как по мне, он довольно органичный, классный. И раньше я, конечно, не пробовал так из техники делать транспортные средства для своих биониклов. Но, как по мне, это очень интересно и увлекательно. Внизу есть еще гидравлическая установка. Так что он так вертикально, когда поднимается в воздух, использует вот этот турбоускоритель. Деталька из Экзофорса, если что. Ну и в целом все, закрылки здесь не на таких ручках, их можно вот так вот выдвигать, вот, будет это выглядеть таким вот образом, можно их позицировать как вам угодно, чуть выше, чуть ниже, как хотите. Ну и про эту пушку я уже говорил, она вон опять выстрелила, несанкционированный произошел выстрел. Ну, вы знаете, это эти пушечки популярные, нажимаете сюда, оно выстреливает, так что он у нас готов к бою.
Что ж, друзья, вот такой вот перехватчик преследователя, мой самодельный гидролет из Lego Bionicle. Надеюсь, вам понравился данный видеообзор. Как по мне, самоделка получилась очень добротной, мне она нравится, ну, со всех точек зрения. Не знаю, мне все в ней привлекает, дизайн, вот, как и исполнение самого набора, цвета, все здесь смотрится органично, к месту. А главное, очень, я не знаю, сочетается. Синий, серебряный и черный. Отличное цветосочетание. И вот этот мой персонаж сюда, ну, суперски подходит. Опять же, когда мы его садим в этот перехватчик, выглядит все гораздо более цельно. И он готов перемещаться и побеждать всех, кто встанет у него на пути в поисках маски жизни. Ну, я не знаю, если это как-то хотите свести с сюжетом. Так что вот такой вот сет. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, когда-то ли вы делали что-то подобное из своих деталей техника. Какие-то транспортные средства для ваших биониклов. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.